институте физики КФУ состоялась церемония вручения именных стипендий академиков Российской академии наук Рольда Зинуровича и Ринада Зинуровича Сагдеевых. Почетный доктор Казанского университета, член попечительского совета КФУ, доктор химических наук, академик РАН Ринад Сагдеев приехал в Казань, чтобы лично поздравить стипендиатов. Дорогие друзья, ну вот эта уже процедура, она не первый раз, но и каждый раз, конечно, вызывает у меня определенное волнение, поскольку, ну, во-первых, я учился здесь два года в этом университете, ну, Ральд, он здесь закончил школу номер 19 в свое время, и, в общем, он довольно часто, он бывал в университете, и он высоко оценивает, и поэтому вот присуждение таких стипендий, оно очень для нас волнительно и важно. Обладателями именных стипендий в этом году стали магистрант второго года обучения Института физики КФУ Ильнур Гимазов и студент четвертого курса Химического института КФУ Тимур Саликов. Стипендии братья Сагдеевы выплачивают из собственных средств. И вручаются они с 2012 года студентам и магистрантам, имеющих отличную и хорошую успеваемость, которые проявили себя в научной деятельности в области физики и химической физики. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универньюз.